Машка, Машка, у нас какая-то чертовщина опять происходит. Ты в курсе? Чё, какая нам? Нужно что, расследование проводить? Расследование, расследование. В общем-то, смотрите, ребята, у нас сегодня будет опять камеры. Потому что Машка, Людочка опять нас что-то звала и говорит, что-то там происходит. Опять что-то плохое, да? Опять что-то нехорошее. Людочка, здравствуйте, здравствуйте. Как у вас дела? Так-так-так, охламончики, у нас во дворе ночью происходит чертовщина. Вам нужно узнать, что происходит. Машка, надо узнать, что происходит. Значит, нужно узнать, что происходит. Значит, нужно узнать. В общем, дорогие друзья, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Прижимайте колокольчик. И вопросик дня. Чего вы боитесь, когда ночью какая-то чертовщина происходит? Может быть, когда кто-то стучит. Кто-то гремит, кто-то идет. Машка кто-то идет. Машка кто-то сейчас уйдет. Машка кто-то сейчас придет. Машка идет. Машка сзади, сзади! Нет никого. Так, ну что ж, короче, ребята, нам сейчас надо ставить камеры, чтобы Машку не напугали. Потому что Машку постоянно пугают. Машку пугают, Машку не допугают, Машку перепугают. Конечно, пугают. А чё? А вот то. Пользуется моей слабостью. Так, ну что ж, короче. Ну. Вот, Машку тоже пугают. У Машки еще кролик Буся. Бусю тоже пугают. Не надо пугать Бусю. Главное, что в Бусю это. Главное, что Бусю не напугали. Главное, что Бусю не напугают. Так, ну все. Так, ну что ж. Так, ну что ж, короче, ребят, мы сейчас будем ставить, короче, камеру. Так, первую ставим камеру вот сюда. Я активирую, проверяю. Машка, тебя видно? Хорошо видно? Машка замечательно. Четко. Четко. Так, ну что ж, короче, ставим сюда еще одну камеру. Машка, я поставил камеру. Машка, я врубаю камеру. Машка, я врубил. Так, все видно. Как врубил, так и вырубил. Так, ну все, отлично. Две камеры есть. Так, я, короче, знаешь, что я предлагаю? Так, смотри, вот здесь, значит, две камеры есть у нас, да? Ну да. Вот, значит, надо еще где-то две камеры поставить. Так, вот с этой стороны поставить. Вот с этой стороны можно поставить. Правильно, так, правильно, правильно. Так, ну-ка, включим, проверим третью камеру. Машка, тебя видно. Отлично. Значит, камера работает. Ставим еще одну камеру. Это что? Серьезно? Так, все, четвертая камера активирована. Машка, тебя снова видно. Обалдеть! Так, ну что? Так, ну что ж, короче, еще могут сзади зайти. Ты что, хочешь камера стоит вокруг дома? Ну, как минимум. Как говорится, это. Помнишь, короче, были прятки и в Бусю нечаянно вошли. Здесь тоже могут войти сзади прохода, короче. Максимально осуждение. Так, здесь. Пятая камера, все, отлично. Всем понравилось. Вчера вообще коммент читала, Машка, нет? Там... Нет, не читала. Всем понравилось. Даже мне страшно. Там страшно, там все говорят, нравятся шутки про Бусю. Так, ставим вот сюда камеру. Так. А мне Бусь не нравится. Бусе все нравится, так. А кто ее спрашивал? А ее спрашивают, а ее не спрашивают. Вот что так, все, здесь, короче, ставим еще одну камеру. Машка, седьмая камера. Машка работает. Отлично. Так, давай, знаешь что, поставим вот сюда камеру. Ну-ка, подожди, а здесь можно вообще, нет? Слушай, ну-ка, сейчас... Сейчас вот... Блин, ну... Вот эту штуку... Может, пониже поставить? Нет, надо вот сюда какую-то штуку поставить. Давай, вот, я не знаю, сундук вот этот... О, подожди, здесь камни есть. Все, 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 Машка, сейчас смотри. Так, оба. Ну-ка... Блин! Ну, в принципе, тоже сойдет. Это что, камера, что ли? Камера на 360 градусов, Машка, можно все смотреть. Что, серьезно, что ли? А серьезно-серьезно. Обалдеть. Вообще. Технологии даже технологии. И сейчас, короче, я попробую еще вот сюда на угол прям воткнуть. Сейчас. Ну, вот. Давай, прыгай. Не надо прыгай. Еще повыше сейчас. Оп. Сейчас вот так. Оп. О, все, о, нормально. Получилось. Смотри. Девятая камера. Вообще хорош, Машка. Так, офигенно. И теперь, короче, смотри, надо, знаешь что, еще вот сюда поставить. Идем сюда. Здесь, короче, есть вообще прям нычка всех нычек. Идем сюда. Машка, ты идешь? Да иду, я иду, я застряла. Машка, не опаздывай. Машка, спеши. Застряла. Машка, поспеши. Машка, не наложи кирпичи. Так, ставим вот сюда. Да, чего? Так, все, ставим здесь, короче, камеру. Все, десятая камера готова. Все, Машка, все отлично у нас. У нас все получается, мне кажется. Получается, мы это, расследователи, как это? Исследователи, расследователи. Вот, примерно такие же, как исследователи Буси, но не... Да чё ты заладил с этой Буси? Мы троллим Машку насчет Буси. Кто не понимает шуток, посмотрите, прятки с животными. Там, короче, есть крутые шутки про Буси.
Да. Там, кстати, нет меня, но есть Буся. Так, ну что ж, Машка, все готово? Так, нам надо придумать, куда мы заныкаемся. Я предлагаю заныкаться... Домой, на балкончике. Домой. Съем, Машка, домой. Молодой домой, короче, идешь. Так, ну что ж, Машка, я предлагаю заныкаться вот на вот этом балкончике. Так, все, вот здесь чисто сидим и пердим. Машка, идем сюда. Так, в прямом смысле, кстати, пердим. В прямом смысле, так, все, ну что, Машка? Видно, я проверяю, короче. Так, работает, все, работает. Вообще все хорошо работает. Так, ну что ж, Машка, ждем ночи, сидим, пердим. Ага. Так, Машка, ночь наступила, ты видишь? Вижу, что ночь наступила, я вижу. Отлично, так, ну что ж, Машка, давай, короче, я активирую первую камеру, смотрю. Угу. Так, ну она работает, все хорошо. Вторая Машка, смотри, кто там стоит. Я вижу, смотри, что это такое? Это манекен, мне кажется, это манекен, видишь, он просто на дороге стоит. А почему-то, а как он, манекен на дороге, которого днем не было? А может он был, может мы его не замечали? Мне кажется... Он глазами шевелит! Он кажется... Офигеть! Это так, что подожди... такое? Я переключаю на... Да, смотри! Офигеть! Это что? Я первый раз такое вижу. Что это такое? Короче, ребята, это Нап-Нап! О! Нап-Нап, это, короче, из сада Бен-Бен, короче. У него даже имя есть, что ли? Есть. Смотри, язык как вытаскивает. Мне кажется, он его хочет сожрать. А может быть, а ты уверен? Да, смотри. Сожрал! Он его сожрал! Офигеть, короче. Так, Людочка не реагирует, потому что у нее зрение минус 30, короче. Она ничего не видит. Поэтому она и попросила раз... Сырым к этому строителю подходит. Хочет его сожрать. Смотри. Жрет. Сожрал, Машка. Он этот... Вместе с туалетом, что ли, забрал? Вместе с туалетом Опа, идет к камере. Смотри, глазами прям шевелит. Ну-ка, давай посмотрим. Он смотрит прям на камеру. Смотрите, ребят, у него шевелятся вон глаза. Офигеть. Шевелятся, это так видно. Это вообще крепотушно. Офигеть, ребята. О-о. Так, сейчас, подожди. Он на какую камеру смотрит? Так, на вторую? Да, он на вторую камеру смотрит. Смотри. По-моему, на та, которая около бассейна. Да. Он прям на нее смотрит. О, он прыгает. Ой-ой-ой. Сигнал потерян, прыгает? Машка, сигнал потерян. Прикинь. Нормально вообще. Подожди, у нас сразу две камеры потеряны сигналом. В смысле? Две Серьезно? Камеры сразу, да. Ничего каким... себе. Как это ты сделал? Он блок, наверное, сломал, да? Наверное. Блин, у меня не видно, короче. Офигеть, Машка. Так, у нас минус... Он уходит, я вижу, он убегает, короче. Вон он, скрылся, я его не вижу. Так, сейчас я пробую, смотри, офигеть, ребята, он снес сразу две камеры. У нас еще такого никогда не было, чтобы сразу две камеры минусовалось. Мне кажется, это каждый раз, слушай, каждый раз происходит какая-то непонятная вещь. Не знаю, какие-то монстры появляются. Камеры были засекречили движение в дальнем секторе. В дальнем секторе движение, короче. Я пробую переключиться, подожди, на другое. Там прям в дальнем секторе я видел, кто-то шел. Ты уверен, может, я не видела, я глаз стерла, короче, потеряла, не видела. Вот он, смотри, во двор прибежал, короче. Это что такое? Это, короче, какой-то с глазами, я даже не знаю, ребят, если вы знаете, кто это такой, пишите в комментариях. Офигеть, опять, смотри, разные монстры приходят. Опа, подошел к повару, сожрал повара, на пацана смотрит, смотри. Обалдеть. Пацан такой отвернулся. Смотри. Опа, сожрал пацана! Да что происходит? Почему они всех едят? Они настолько... А прикол, они к нам придут и нас съедят. Машка надо... Смотри, он паникует около мамами. Прыгал, короче, строитель. Он, видимо, его запалил. Смотри, подбегает. Или что он делает? Я не знаю, он очень страшный. Все, смотри, эти... Хочет этого сожрать. Он сожрал еще одного. Так, смотри, он смотрит на камеру. А на какую? Так, он не на ту смотрит, не на ту, короче. Фу, слава богу, он не на ту смотрит. О, смотри, опа, о, мне кажется. Он смотрит на ту. Машка, он смотрит на ту. Он смотрит на ту? Да, он на четвертую смотрит. Мне кажется, он прыгает. Сигнал потерян, Машка! Это, получается, у нас осталось...
Сколько камер? 6 камер осталось. Причем он сломал. 7. У нас всего 10 было. У нас, короче, да. Обалдеть. Вон еще на оранжевом доме. И заметь, что у нас есть за домом, короче. Смотри, он к девчонке подходит. Походу, дело сожрать хочет. Наверное, это... Беги, девчонка, не успела убежать, не сожрал. Не успела убежать. Так, все, уходит. Отлично, отлично, ребята. Капец, срубил, короче. Так, я его не вижу, Машка, где он? Я тоже его не вижу. Так, я переключаюсь на разные камеры. Так, здесь чисто. Может, они все ушли? Вон улитка, улитка за дом идет, за дом. Что такое? Так, я переключаюсь. Да, смотри, на пятой камере улитка. Почему тут улитка? Она улитка? Тоже из сада Бан-Бан? Это... У глазами шевелит. Криповая. Очень криповая. Вот это крипота. Машка, прикинь, ты спишь. О, хотите, я сейчас создам крипоту. Короче, представьте, что вы спите ночью. И вдруг вы чувствуете, что вам стало прохладно. Вы просыпаетесь, а вы все в слизи. И обнаружите, что по вам ползет улитка. Здоровая. Кошмар, зачем? А как я теперь буду ночью спать? Прикинь, Машка, фобия, ты просыпаешься, а тебя уже наполовину поглотила улитка. Ужасно, я бы не знаю, бы что быть. Надеюсь, такого никогда не будет. И этот, Слушай, вообще самая главная проблема, почему улитка только в одном месте ползает. Вот я не знаю, ты обратилась? Она спалила камеру. О, она, мне кажется, смотрит на камеру. О, мне кажется, она подходит к камере. Сигнал потерян, сигнал потерян. Машка, сигнал потерян. Получается, она сломала камеру. Она сломала камеру. У нас есть на оранжевом доме. Есть. Так, я сейчас... О, она ползет еще куда-то. Она ползет к оранжевому. Она прям хочет... Она хавает, смотри. Офигеть, она схавала. И уползает, или что она делает? Она смотрит... Что? Она поползла. Обалдеть. Она прям уползает. Так, я попробую за ней попалить. Да, с третьей камеры... Вон, видно, она за оранжевый дом зашла. Все, зашла, смотрите. Обалдеть. Машка, это жесть, короче. Я не знаю, что здесь происходит. Я тоже не понимаю. Но максимально не понимаю. Нам главное, как вы помните, ребят, дожить до рассвета. И, короче, мониторить. Мы, как знаете, в игре с аниматрониками. Только у нас... Да. Только у нас настоящие монстры. И они очень страшные, потому... Я не знаю, я вообще первый раз такое вижу, что... Да я тоже. Так, ну что ж, Машка... Так, я чекаю по камерам. Ты видишь, пока ничего не вижу. О, я вижу, вон какая-то свинья бежит. Это что это такое? Офигеть, вот это крипота! Смотри, опа, смотрите. Так, смотрит по сторонам. Машка, ты видишь? Я вижу, а ты видишь? Да, она прям осматривается, смотри. Так, подходит к третьей камере, смотри, подошла. Прям смотрит на третью камеру. А вдруг они... Сигнал потерян сходу! Прикинь, агрессивная какая! Это с другом контактирует, наверное, ей сказали, что там камеры висят везде, и она теперь будет их рассматривать. Смотри, сейчас пробежал мимо девчонки. Сейчас сожрет, что ли? К механике гайки подходят. Все, гайку скрутила, смотри. И механика тоже. И механика тоже. Слушай, это что такое происходит? Какой кошмар. Как говорится, не быстрая гайка резьбе, не хозяйка. Ее скрутили, короче. Так, ну что ж, короче. Мониторю. Машка, ты чего угораешь так? Тут у нас свин ходит, а ты угораешь. Машка, он смотрит прямо на камеру, он рядом с камерой. Я не знаю, Так, он смотрит на камеру. Сигнал потерян, Машка. Просто... Он сломал камеру. Он максимально сломал камеру. Так. Он уходит. Вон он, смотри, он рычагом балуется. Что происходит? Машка, происходит какая-то дичь. Он заходит в здание. Почему он... Что он... Почему он в здании вообще? Он думает, что он механик. Или управляет... Типа... Ой, подожди. Он на верхнюю камеру смотрит? Ух, он прям глаза на нее так поднял! Обалдеть! Офигеть! Это очень страшно, ребят! Посмотрите на его глаза! Красные глаза у этой вот свиньи здоровой! Оранжевая свинья! Розовая свинья! Розовая свинья! Розовая свинья смотрит в окно! Ай, смотри, сломал! Сигнал потерян! Сломал! Офигеть, у нас 3 камеры осталось! Что делать будем? Я не знаю, так, я пока смотрю. Вон она убегает, смотри. Вон ходит. Все, бежит куда-то, смотри. Видишь, Машка? Наверное, рассказывают другим, если там другие есть. А есть еще?
Я не знаю, наверное, просто куда убегает. Капец. Хотя, сколько там рассвета осталось? Чуть-чуть вообще, чуть-чуть. Но у нас 3 камеры есть. Так, в принципе, есть 10-я камера. На стройке есть 9-я камера. На этом, где он только что одну срубил. И есть на доме на оранжевом еще одна. Ага. То есть у нас 3 камеры осталось, Машка. Так, а где? Я пока никого не вижу. Ну и хорошо, сейчас рассвет наступит, и мы просто слиняем. Да, убежим, короче, в другой район переселиться, потому что тут постоянно что-то происходит. И это 100%. Так, ну что ж, Машка, ты ведь... О, змея! Подожди, что, мне показалось? Нет, нам не показалось, смотрите, ребята. Это змей какой-то, офигеть, он ползает около... Он хочет сожрать, смотри. Сожрал! Обалдеть! Всё, мне кажется, больше. он приближается к камере. Чего о, Машка очень быстро. Камере? Сигнал почему? Потерян, сигнал потерян. А, вот. Это реальная змея? Да-да-да, Машка, вон ползет, короче, ты видишь? Я вижу, а ты видишь? Я вижу, обалдеть. Вон она. Так, остались 2 камеры на... О, к Мамамии подошел, сейчас сожрет Мамамию. Сожрал Мамамию. Нет, а кто нам будет делать Белиссимо пиццу? Я не понимаю, зачем его съел. Машка! Так, он ползет, еще 2 камеры остались. Он ползет к этой камере. Он ползет реально к этой камере? Да, он смотрит на нее. Сигнал потерян, Машка, сигнал потерян. Обалдеть. Слушай, у нас одна камера осталась. У нас одна камера. Так, ну что ж, мониторим. Пока не видно. Вообще пропали. Подожди. Нет, я никого не вижу. Подожди, где он? Я не знаю. Ты видишь, Машка? Нет, я не вижу никого. Чего? А? Что происходит? А? Так. Подожди, а если? Ага. А если? Ну-ка. Подожди, а ты что-нибудь... Подожди, мне показалось, что-то увидела, нет? Не, я ничего не вижу. А мне показалось, что-то увидела. Подожди. Я вот прям на этой камере вращаю, ну-ка. На крыше, смотри, смотри. Я тебе говорю, что я увидела какую-то бухашку. Вот он стоит, смотри, какой-то человек, Какашкин. Смотрите, он смотрит в телескоп, он за нами наблюдает. Он за нами наблюдает? Женя, нас же видно. Машка, нас реально видно. Он смотрит, он нам машет. Это что такое? Машка, нам хана, по-моему. Мне кажется, нам хана, мне кажется, нужно оттуда убираться. Да-да-да, Машка, он смотрит, мне кажется, на камеру. Смотри, он подходит к камере, я прям здесь мониторил, он смотрит на нас и на камеру. Он сигнал теряется, он сломал, упал, смотри, он идет к нам, Машка, он бежит к нам. Мне кажется, я надеюсь, он глупый и не знает, как открывать двери. Машка, он почти сейчас зайдет, так, Машка. Так, Машка, надо быть аккуратнее, он просто зашел, так, у меня есть еще шокер. О, рассвет, смотри. А, подожди, ты уверен, что он зашел? Вот он, да-да-да, я видел, он зашел. Так, ну сейчас, Машка, попробуй на тебе шокер. Машка, у меня шокер сломался. Так, но так как рассвет, пойдем посмотрим, может быть, его и нет уже. Потому что с рассветом обычно у нас всегда монстры исчезали. Да, обычно они всегда там убегали, пропадали. Может, я надеюсь, его тут нигде не будет, он у нас не выскочит. Я тоже надеюсь, Машка. Так, смотрим. Но это не выглядит прям таким. Нету, все. Нету? Да-да-да, мы победили, короче. Обалдеть. Короче, ребята, мы продержались. В общем, за рубрику камер обязательно ставьте лайкусик, подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик. Да, и всем бай-бай.